Написано одним неизвестным нам человеком, но мы знаем, что он жил где-то в Гродненской области, близ Новогрудка. Учитель. Придавайте ему кредит, я шепнул вам. Если вы знаете. Ваш земляк. По месту становится дым, у облоки тянет след, вспомнили о былых, и ближайший стал свет. И обыдались от рук, румки мары сон я, стал ближайшим родный путь, ты окон свой пеший взял. Заспевай, заспевай, в родный рынок повернул путь, и не отдай, и не отдай, их назад не свернуть. Шародная краса, и зазюря в вышине, подающий голос свой, коли ласка в эти дни, засмеется нам с тобой. Заспевай, заспевай, кровь и рынь подвернут, и не отдай, и не отдай. С тобой мы паломники дорог, мы тропинки под рукой и обманок и тревог. Наше сердце неспокой, поштурховывает поход, уезд заснежен за спиной, и мне не допрыгнуть. Заспевай, I'm